Сегодня 10 августа. Соя, сорт Prudence, уже готовится к созреванию. Неплохо выглядит нижний, средний ярус, местами уже начал желтеть. Но это может быть так сложилось, такое место я выбрал. Хотя, так с виду вроде бы из-за верхнего яруса кажется, что все зеленое. Но все же соя сбрасывает уже листья нижнего яруса. Переходит к среднему. Так что это вполне нормальная ситуация. Здесь норма высева где-то 600 тысяч. Защита. Гамбит после сева до всходова. По вегетации Базагран плюс Хармони и Пантера. Но это раздельно, то есть небо это не совместно, конечно. В целом все. Поле относительно, само по себе поле было относительно чисто. Поэтому этого было достаточно. Были поля, где приходилось повторять Базаграном. Повторяли Базаграном, потому что были осоты. Самое интересное, что погода сложилась так, что сначала казалось, что будет просто ожог, да, вегетативной массы осота. Но в итоге получилось так, что Базагран сжег полностью осот на корню. То есть и корневая система тоже была, ну, разложившаяся уже спустя какое-то время. Ну, температура была в пределах 30, наверное, градусов. Среднесуточная, наверное, была 25. И это как раз была, наверное, самая эффективная температура для работы Базаграна. Потому что Базагран при меньшей температуре работает намного, ну, хуже. То есть у него, во всяком случае, регламент от 15 градусов. Так что вот так вот Prudence на данный момент выглядит. Что касается болезней, пернаспороз есть, но он не сильно поражает листья. Иногда мне кажется, что у сои по вегетативной массе, ну, она формирует такую вегетативную массу, что ей не боязно терять листья для формирования, может быть, такого же урожая, как, на который она и готова. Это, я думаю, связано больше с генетикой, чем... то есть это все на генетическом уровне. Это все на генетическом уровне, поэтому соя по-разному себе ведет. Иной раз она сформирует с большей вегетативной массой такой же урожай, иногда и с меньшей массой, допустим, 20 центнеров. Поэтому то, что есть иной раз потери каких-то листьев, я думаю, это не самое страшное. Здесь соя вот у меня получается по грудь. Потому что это какая-то с краю она такая. Так вот. Конечно, я сейчас, как бы сказать, в технологической колее. Ну, так, на мой взгляд, неплохо выглядит соя. Не буду пока загадывать. Понятно, что здесь 20 центнеров здесь есть. Лучше не загадывать. Потому что масса хорошая.
А что вот в этой массе, пока непонятно. Так что соя. Соя. Так, высота, ну, метр есть, даже больше.